буду суп есть. Та, Света, я болею, не хочу. Та не буду я. Та не надо, сейчас заражать буду. Не хочу. Ну ще буду заражать. Я не буду їсти, тим більше. Іди, мама буде суп їсти, компот і ще суп, мама. О, зараз котик, гляньте, сидить. Доля. 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 А что ты тут делаешь? А ну иди отсюда. А ну пошла отсюда. Иди отсюда. Виля? А ну иди отсюда. А ну иди отсюда. Иди отсюда. Тебе не было. Что ты тут делаешь? Иди отсюда. Иди от кота. А ну идите от кота. Иди от кота. Величик, пошли. Иди от кота. А он молодец, он стоит. Як за завод? Не. Он він. А он він спустився, Андрій. Да я, мама каже, за забор. За забор. Не, він спригнув на пеньку сидить. Він на пеньку сидить. Он він сів, Ольга Леонтьевна. Он він сидить. Я та не випускаю. Їх треба відганяти, собак. По жопі бить, щоб не... Иначе они же не понимают, они думают, что надо охотиться. Их надо гнать от кота, чтобы они понимали, что его не затрогают. Прийдет так гатами з Андрюшею. Андрюшею, де він ходить, а не там прийде. Я наведу порядки в Хогвартсі. Зайчик. Це я, не бойся. Бачиш, я собака де гнав. Мурчик, красивий мій зайчик. Мальчик красивий, да? Вон він красивий, спустився, да? Скажи, я тоже хочу место под солнцем. Я тоже хочу выбыть место под солнцем свое, да. Я тоже хочу тут жить. Да. Найти-ка собака. О, мяско ему. Он попал в рай, слушай. Там язык и сердце. Конечно, Люба. Уба не дура. Скажи, я тоже хочу место под солнцем. Что тебе собака? Он не боится, он прыгает, они на него, а он лапами. Он уже в наглую слазит. Он уже даже... А потому что хочет отвоевать тоже он себе кусок. Кусок. Двора. Я тебе скажу, что у нас, а потом я сегодня у соседей. Там, не, знаешь, если вы его зимой будете подкармливать, он не пропадет. Он будет приходить. Да уже сиамская приходит. Уже, а Саша его привела, да? Уже третий день приходит. Уже третий день. Саша его привела. Але яка странно, она сидела, он к ней подбежал так. Раз, и она текает, да? Она убегала. Да. Не включи елку. А я Киев включить. А там... Сбоку кнопка есть. Не на елке кнопка. Сейчас мы найдем, ребятки, на елке кнопку. Коля, да. Ты не нашел черную штуку? Ну. Не, вот кнопка есть. Ну, наверное, вот. Не-не-не, стоп, стоп. Но не надо, чтобы она мигала. Не, чтобы она горела. О-о-о. А-а-а. Ляня Кить, хорошо, кот. Он тоже отбывал себе место под солнцем, понимаешь, кусок территории тоже. Выхода никуда не прихода и куда. Скажи, тоже хочу кусочек территории отжать тут, да? А что? Только с собакам скажи, а я? А как же я? Да? А как же я, скажи? Не сдается. Попал в рай. Красиво, да? А, то есть сюда фонарик поставить, туда, да? А-а-а. Ну, ці дорогі фонари. Фонарик, я дивився, такий фонарик 800 гривень стоїть. Отак. Мені крові нравиться. Вот эти? Да, я на следующий год шел туда возьму. Круглый фонарик, им тоже будет красиво даваться. Може и вирус. Но я делал сегодня тест на коронавирус, нема. Я делал. Сока може бути, да? Ну йди в хату. О, от тут же мир. Привет. Привет. Свет, я не хочу кушать. Я сделаю чуть-чуть тебе супчика. Если только Аполлоник, Свет. Потому что я наелся сегодня и ребра съел. Я считаю, 3 часа назад ел. Сейчас я руки помою. Ага. Что ты за мной ходишь следом? Я в туалет. Преследуете. Плохо мне, ребятки. Плохо мне, Надюха. Вот это надо, чтобы кнопочка работала. Вот так надо делать. Вот. Видите? Вот так. Это, а где твои чебуреки? Уже не нас. А что там что-то смеялись, люди писали. Глянь. А вот смотри, иди глянь, как Света делала чебуреки. Кстати, у меня беляши сели все. Я еще на работу была. Беляши и чебуреки? Нет, беляши с дырочками. И вот у меня только пирожки чуть не тоже пару штук. А что люди смеялись? Что не такие делают. Хорошее тесто, хорошее. Да? Делала круглые такие. То, что Светлана форму не одинаково делала. Она делала такие пирожки, а другие просто делала такие, знаешь, что собираются такие дырочки. Ну, в душе беляши все по идее, получается такой дырочка. А там писали, надо это без барма. Сверху, а ты ставила вначале так, а потом переворачивала. Там одни специалисты на канале, ну одни профессора, что там наверное. Я бы просто хотела посмотреть, кто вообще там готовит, да. Я сегодня делал трансляцию, говорят, ой, піди до Светы, глянь, як она чебураши делала. Я умирала, там кто-то пишет, что там такое. А все съедают, да? Люди все съедают. У меня никогда они тогда нифига ничего не оставляют. Что бы я не делала. Не то, что я хвалюсь, а мне нравится. То, что человек приготовил с любовью, со своими руками, это совершенно другое, что ты купил маму. Я тоже так считаю. Да. Тем более у меня было желание, поговорила с Надей. Надя, ты рассказывала, как она делала чебуреки вкусные всякие. Я говорю, дай мне лица, говорю, что-то, говорю, я уже давно пирожков не ела, ничего такого вообще, уже не готовлю, только печеное не ела. Тогда вот, когда приехали ребята, то я сделала этот сырник. А так я же ничего, и за границей я... Мама, что смогла. Так сама Надя с недогарок говорите? Ну и Надя мне сказала, как она делает. И я взяла, попробовала, сделала. Ну, может, то, что, знаешь, у меня же... Ну, навыка такого, может. Навыка нет, во-первых. Во-вторых, у меня же рука эта парализованная я была. Я не могу ее хорошо месить. Ну, несмотря на то, тесто мягко получилось. Ну, съели, я говорю, у меня ни одного беляша не остались. У нас остались пирожки, которые... Чебуреки хочется, ну, конечно, можно делать, можно. Они сказали, что Надю отшили с игрения, а сами рецепты... Вот, кстати, разогрели. Света. Они сказали, что Надю отшили с игрения, а сами ее рецепты беляши. Чего? Надя скоро приедет, сказала, приедет в гости. Надя, ты чула, дорога открыта. Да. Приезжай. Надя сказала, что скоро приедет в гости. Сейчас, ты хотел беляшать? Ну то придумали, что Света выгнала Надю, они общаются. Есть один, я нашла. Где? Ну, сейчас попробуем. То люди придумали, что выгнала ты Надю. А что за глупости? Вон люди общаются. Всех избиваю. А Света никогда не увидишь ни голодный, ничего. И спать лягай, и есть седай, и все, что хочешь. А людям виднее. Пожалуйста, солнышко, это мой беляш. Ну, горячий. Ну что, красивый. Он один единственный остался. Маленький, маленький. Маленький, но ну, красивый. Ну, что она такие формы делала? Говорю, можно было одинаково, но Света так захотела. А где эта дырка? А это без дырки. Света одни так делала, другие так. Одни с дыркой, другие без дырки. Да. Вечером Светлана, я уже до вечера, а на следующий день тоже... Со свининой. Угу. Нет, если я хочу, я беру все дело. Лис Микита. Жалко, що ти не була на спектаклі. А другий раз пойду, ну що я сама. Другий раз ти про Кадавін будеш. Ну, коли буде. В декабрі чи коли? Да. Коли буде. А ти опять підеш то на манікюр, то на... Там на массаж ходишь, домой. Это сколько я ждала, блин, чтобы я, понимаешь, не пойду на работу и беседаю со мной. Понятно. Тем более, ты знаешь, как с отпуска выходишь, на тебя все смотрят, а ты пришла, блин, с отпуска вся седая. Ну что, совсем плохо? Нет. Мне нравится начинка вкусная. Просто что, когда они свеженькие, они такие... Да, они вообще... Они сочные. Да, они прям с них аж стекло не... Мне сказала же это... Чтобы Надя, не надо гадить цвета, ни воды... А я бы не так начинку отбить хорошо мясо. Она говорит, отбить хорошо мясо и будет по-другому. Давайте берем еще сыр и салат. Попробуй, что сыр не делал, замораживал. Там уже беляша хвата и сыр. Ну, спасибо. Добрый, или сюда? Хвата. Сырники вообще супер. Прям такие творожные. Ну, мало муки, да? Я их заморозила, а потом вытащила и сразу. Главное, сковородку, знаешь, раскалить, чтобы спокойно это. Ой, Сережа. Не, беляши вкусные. Они когда были все, и так они разогревались. Тесто вообще было сделано мягкое получилось. Я жарю... Ты на молоке? А? Не, дрожжи просто. На воде? Да, на воде. У меня сама вообще, если бы у меня руки работали, что я говорю, это парализовано. Вот, да, вот я тебе не то, что я тебе говорю, дай мне свои две руки. Вот смотри, дай мне свои две руки. Это не можешь жать. Вот моя самая большая... Вот ты можешь, а ты вообще не можешь. Да. Вот правой не можешь, да? И ты представь, это ты со всей силы? Да, это со всей силы. Я со всей силы месю тесто, вот как я могу, я стараюсь. Ну, а как ты бьешь Ольгу Леонтьевну такой? С двумя руками, не одной, так? Ногами. Запишу, что ты бьешь Ольгу Леонтьевну. Как можно так ударить? С двумя руками. Света перчатки одевает. Я, конечно, мне там хочется что-то такое замести, но не получается. Вот у меня мама, у нее вообще золотые руки были. Она так, я же ее любила. Она в Чеченной Ингушетии, мы тогда жили, она на все село и паски пекла, и пироги. А ты чула, что Кадыров сдох? Да, заболела и сдох. Я не думаю, что он умер. Ты думаешь, что он умер? Сдох, конечно. Ну, не знаю. Собака. Может, это все эти... Да нет, так просто... А чё ж так, оно дыма без огня не было? Я не думал, сломали. У нас еще макароны есть. О, нет. Уже ел макароны, нет? Но бульон хороший. Ой, какой вкусный чай. С лимоном. С винной? И с лимоном, и с лимоном. А, я думал, с винной. А, я думал, с винной чай. Мне тоже надо. А это что? А это печенье. Пряник тульский. Хочешь попробовать? Який це? Ну, якось пряник. Томатерин, дай йому другу. Дай ще дам щось другого. Тульський пряник. Томати оставила себе. Вона говорила, щоб ніхто не трогав. Тульський пряник. Саме ти хочеш пряник? Тульські не такі. А що вкусніше, Андрій? Кольцо. Мне, не знаю, мне кольцо понравилось больше. Да, ну ты можешь и то, и то? Не, мне не надо, это не хочу, нет. Нет, ты хочешь кольцо, да? Мне больше кольцо. Ты помнишь, как когда-то в детстве? Она такое рассыпчатое, такое классное. А ты в школе не ела? Я знаю, да, я тоже в школе тоже такое покупали. С орешками когда-то давали. Да, орешки. Я помню, я брал какао, стакан. Это... Было такое, помнишь, союзное? Да, да, вот это. А оно было просто орешки. Оно под глазурью было. Да, да. И было мягче. Да, тесто было так слаще и мягче. Да, еще было и без глазури, тоже было много орешек. Я же тебе хотела... Орешек, и она так кусает, что может сыпется. Да, я же маме твоей. Может, ей дать номер телефона, чтобы она заранее записалась, бы он мне дал номер телефона женщины. А, которая после 6 ей надо звонить, и она записывает заранее. Дайте номер телефона. Давай. У того парня. Парни. Это не парень, это да. Спасибо, Коля, вот молодец сразу мне. Противовирусная. Спасибо, витамин С, правильно. Спасибо, Коля. Это парацетамол, если вдруг температура будет. Смотрите, как красиво принесли. Салко с хлебом, хреном, лосицей, зеленый борщ. Чем-то полито сверху. Холодное сало, да, нарезанное. А у меня, видите, как много перец и макароны. Мне еще мясо делают. Бери сало, Коль. Любовь, полезно сало. Да?